Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Райм, и я пришел на работу устраиваться к Градусу, к тебе, серьезно? Это мой новый работник, вы серьезно? Кто его сюда отправил? Градус, вообще-то начался апокалипсис, и я пришел сюда в этот бункер для того, чтобы помогать. Я соврал, что умею модернизировать и все чинить, и теперь я здесь работаю, да. Иначе меня выгонят на улицу, и там меня сожрут куча зомби, потом убьет радиация. Дай угадаю, соврал ты это настройки у фиксплея? Да. Я тоже там был, поэтому я и знаю. Ровно 5 минут назад. Так, ладно, ну, я за эти 5 минут успел разбогатеть, подняться и построить свой личный бункер, но у меня еще много тут новшеств, поэтому пойдем расскажу все как. Ладно, вы наняты, объясню вам все по порядку. Нажимай на кнопку. А, вы делаете все за меня, спасибо, этот самый... А щечок тебе на вы обращаюсь. Значит, смотри, это и есть наш бункер. Тут есть множество этажей, и их надо открывать. Но открываются они очень просто, просто крафтишь то, что тебе надо, и готово. Вот, к примеру, смотри, здесь есть ключик, возьми его. Так, о, взял. Этим ключом ты сможешь открыть нашу первую комнату. Выбирай любую абсолютно где угодно, но лучше ее выбирать где-нибудь сверху, слева или справа. Лучше слева. Ладно, ладно, ладно. Тогда, пожалуй, выберу, ну, какую-нибудь вот эту вот. Я сказал вот эту вот. О, супер. Рэм, ты дурак. Ты сам сказал сверху, слева или справа. Ну и как мы пройдем в эту комнату? А, или должны как-то пройти. Ну, у нас просто одна комната заблокирована, ну и отлично. Потом в нее пройдем. Значит, смотри, у нас тут есть крафты. Все для новичков рассказано, как делается. Тебе только нужно добыть эти ингредиенты и слепить их в одно. Потом у тебя появляется такая иконочка в руке, и ты ее несешь и выбираешь в одну из разблокированных комнат, куда ее поставить и открыть. Так, ну что ж, давай тогда открывать все это дело, пойдем смотреть, какие там нужны рецепты. Так, ага. Еще вкратце хочу тебе напомнить, если вдруг ты забудешь любую из моих так советов, вот. Окей, я обязательно их забуду, Градус, не переживай. Ладно, так, мне сначала нужно построить... Это какой же большой выбор. Смотри, вот эта лестница, она делается очень просто для того, чтобы открыть следующие этажи, как лифт. У меня вопрос, а где брать все вот эти вот ингредиенты? В открытом мире идешь и ищешь. Иногда ингредиенты появляются в новых комнатах, когда их открываешь, поэтому можно немножко хитрить. Подожди, стоп, там же апокалипсис. Не переживай, его перенесли на послезавтра, так что ты можешь еще успеть. А, фух, отлично. Так, значит, нам нужны лестницы, нам нужно вот это. Ведь реально ужасный апокалипсис близится, скоро всех забанят Brawl Stars. Что? Ладно. Так, Градус, смотри, я нашел очень легкий крафт. Например, земля, кактус, вот это все. Так, отлично. Я запомнил, значит, нам нужно 6 земли, кактус. Знаешь, в чем главная проблема? Проблема в том, что ты всегда забываешь, что с чем крафтится. Не переживай, я ничего не забуду. Черт, Градус, я все забыл! Я же говорил. Не переживай. 6 земли, 1 глиняный мешочек, тростник. А дальше не помню. Тростник и еще что-то. Нифига себе. Так, отлично. Да, это я сам строил. Ну да, 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 конечно. Поговори мне тут. Ты даже дом нормально построить не можешь. Отлично, я теперь один. Стоп. Как же он мне будет помогать, если я остался совсем один? Я же не справлюсь. Градус, давай возвращайся. Так, 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 так. Я здесь вижу пока что 0 ингредиентов из тех, которые мне нужны. Поэтому предлагаю тебе пойти так, найти земля. Воду. А, точно. 3 земелечки есть, осталось еще 3 и готово. И, кстати, ребятки, прямо сейчас мы вместе с Градусом и вообще любой ролик из нашей команды записывается именно в этом дискорде. Поэтому вы можете присоединиться в него по ссылочке в описании в комментариях и пообщаться вместе с нами, да. А может быть даже и поучаствовать в видосе. Да, кстати, это действительно так. О, Градус, нет, это всего лишь-то корова, ладненько. Пойду искать тростник. Так, я вижу уже тростник, отлично. Градус, мы его сейчас добываем, и ты пока что добывай глину, вот она. Смотри, смотри. Что? Что это такое? Какого хрена? Они приплыли. Черт, апокалипсис уже потихонечку начинается так. А ты что, глину не добываешь? Я не понимаю. Потому что ты должен прокачивать бункер, не я. Так, а ты мне должен помогать. Нет, я всего лишь буду бегать с тобой, составлять тебе компанию и командовать, что ты должен делать. Глину добывай, я кому сказал? Ты совсем охренел. Ладно, ладно, мне нужно всего лишь 3 кусочка и... Так, 4, отлично, все, можем бежать обратно в бункер. Здесь холодно и сыро. Ой, и молния шарахает. О, господи, действительно, кажется, все потихонечку начинается. Все, я нашел мост. Градус, ты где там? Я бегу возле лавы. Сейчас перебежим мостик, закроем его и все. Да уже бегу, черт, везде монстры, везде молния и дождь. Все очень холодно. Монстры! И страшно. Что? Какие монстры? Где?
Вот здесь везде зомби. А, я просто это, мост закрыл. Ты чё, охренел? Нет, стоять, мне кажется, вижу уже его, я вижу, да? Градус, да, ты чё, офигел? Сзади меня куча зомби. Давай, верни мост, пожалуйста. Боже, какой страшный эндермен на той стороне моста. А, Райм, это ты. Да, это я. Паук и скелет, Градус, давай быстрее, пожалуйста, быстрее, пока сюда кто-нибудь еще не пришел. Так, все, Градус, наконец-таки я могу пройти. Какая ты собака, я тебе по жопе сейчас надаю. Ну как я не мог затроллить твоего лучшего друга? Тут тоже зомби сзади, Градус, аккуратнее, надо быстрее, быстрее в бункер. Ай, ты охренел совсем. Ладно, так, и... ой, фух, мы здесь, и как мне скрафтить эти штуковины? Значит, смотри, ты еще должен, чтобы открыть для себя новую комнату, вот эти две палки и три железа. Так, ладненько, где-то тут должны быть печки, 100% должны быть печки. А, нет, печек здесь, к сожалению, нет, они все находятся в бункере, когда ты откроешь там специальные комнаты. О, господи, а как тогда мне сделать комнату? Ну, Райм, тебе повезло, то, что у меня есть стартовый инструмент, и печка у меня уже есть. Отлично, фух, я уж подумал то, что мне опять придется идти в этот жестокий мир, наполненный монстрами. Ну, видимо, нет. Так, у тебя есть там дерево или что-то типа того? Надо переплавить все это в кирпичи. Дуб пойдет, ну, ступеньки точнее. Да без разницы, мне всего лишь что нужно три вот этих вот кирпичика. Давай, ты сейчас первую комнату сделаешь свою, нормально, не переживай. Отлично, я дебил. Что такое, что ты забыл? А ты посмотри внимательнее. Кактус. Да, может быть, ты сходишь за ним, а? Так, Райм, сейчас я к тебе уже зайду в комнату, не переживай, у нас тут есть кактусы недалеко. Отлично, ой, кирпичи переплавились, это супер, так делаем, надеюсь, она, да, фух, она делается именно так. Градус, я тебя жду, так, я почти все сделал, о, кактус, замечательно, вот это сюда, это сюда, это сюда, и землю, и что же это у нас получается? Шугаркен кактус рум, это, видимо, какая-то ферма, так, и как ее открыть? Подходишь к комнате разблокированной и нажимаешь правой кнопкой мыши. Но мы не сможем туда пройти, повторяю, у-у-у, потому что эта комната заблокирована, другой еще не открытый. А давай попробуем. Давай. Черт, все закрыто. Ладно, тогда пойдем добывать железо. Нужно три железа. Да, всего лишь что три железа, это будет очень просто. Да, потому что все находится в этом, в расщелине между нашим бункером и мостом, вот, точнее, другим ходом. Ой, не знаю, как это сказать, все, я сломался. Я понял, в этом каньоне. Точно. А, в МБВ! Давай, дождик, заканчивайся, отлично. Так, ага, зомби горят, какие-то нет. Ух ты, тут какой-то гараж. Блин, ребят, мне очень и очень нравится прокачивать этот бункер. Ладно, сейчас добудем еще чуть-чуть дерева, вот так вот. Дерево, кстати, добывай, его понадобится много. Крипер к тебе бежит, сзади! Сзади? Нет, нет, ты далеко. Бей только зомби. Так, зомби, получай, иди в жопу. Райм, железо внизу. А ты не хочешь мне помочь немного? Нет, так не за мной же бегут. Да-да-да, сейчас не за тобой, а вот сейчас уже, может, и за тобой, так. Серьезно, он загорелся на меня. Так что, за железом спускаемся? Ну, подожди, у тебя есть кирки, у тебя есть инструменты. Мне кажется, то, что не совсем. Давай сделаю, божечки ты мой. Так я как раз таки этим и занимаюсь, Градус. Дай мне камень. Откуда он у меня? Я делаю деревянную, самую стандартную кирку. Ой, все, пойдет, я сам все сделаю. Все, не надо мне ничего тут подсказывать, помогать. Просишь его о помощи, называется. Это нормально? Мне кажется, то, что нет. Так, все, у меня есть каменная кирка, это значит то, что я могу... А мне камень, у тебя уже... Присядь. Как скажешь. Дай камень. Да держи камень, задолбал. То это сам все буду делать, то не буду делать. Ты уже определись, наконец. Все буду делать сам, но это не буду делать сам. Ага, где-то здесь я... Кавабанга! Не, ну дебил. Так, железо внизу, черт, до него добраться еще нужно. А здесь, ага, там тоже вижу, придется копать под себя. Но вроде там нет никаких этих сюрпризов, никаких провалин. Отлично, так что копаемся вниз и вниз и вниз. Кстати, Райм, у нас же есть там железные блоки в деревне соседской. Можно было бы их там и туда стырить. Да охренел, почему ты мне только сейчас об этом говоришь? Иди сюда, я тебя достану. Так, 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 вот сюда главное не разбиться. Вот все, я в лаве практически. Ага, вон и первое железо, отлично. Так, я вижу железо, но мне, правда, как-то прыгать неохота. А я уже добыл железка, так что я тебя победил. А мы соревновались? Лови меня, Райм! Да хватит умирать, тебе это что, удовольствие приносит какое-то, я не понимаю. Так, 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 очень много железа, меня это радует. Мне кажется, этого мне должно хватить намного. Вы посмотрите, сколько здесь его, 12, 13, 14, 15, 16, офигеть. Райм, я это хотя бы немного буду для тебя полезен, поэтому сделаю ступеньки. О, молодец, это хорошо. Уголь, я думаю, нам тоже рано или поздно пригодится, аккуратно. А, нет, нет!
Убегаем отсюда, в жопу. Ух, я смог оттуда убежать, Градус. У меня есть железная руда, это значит то, что мы можем с тобой прямо сейчас пойти и скрафтить ключик. Градус, пожалуйста, только добудь дерево, я помню то, что там в крафте нужны палочки. У меня есть, не переживай, Рэм, не бей тревогу, я просто бегу к тебе, просто это займет какое-то время, подожди. А куда мне идти, собственно говоря, тут такой большой бункер, то, что реально ничего не понятно. Ага, вижу зомби. Значит, смотри, я вообще хочу по-хорошему сделать самые две эпичные комнаты. Комнату для питомца. А, криперы, почему они здесь делают? Что? Кстати, смотри, тут еще бонусы есть. О, какая-то софа, книги, камины, стулья. Так, это все возьмем? Это можешь использовать для своего удобства. Поставь диванчик. Слушай, я прирожденный дизайнер, отлично получилось. Как его убрать? А как? В смысле, никак? Да ты смеешься? Ладно, книжная пола. Все. Это так и задумалось. Пойдем отсюда. Так, теперь у нас есть уголечек, есть железо и камин. Эти вещи можно будет размещать в самом бункере. Да, конечно. Ты можешь там делать абсолютно что угодно. Так, значит, делаем вот так вот и открываем комнату. Я спрятался. Да, я тебя совсем не вижу, Градус. В этот раз я открою то, что надо, а именно нижнюю комнату справа. Что? Нет, стоп, нижнюю, нет. Не нижнюю. Ха-ха, я тебя обманул. Ладно, открываю вот эту верхнюю, вот эту же, правильно? Да. Давай. Ура! Все. А у тебя нету на примете ничего, чтобы можно было сейчас построить? Так, ну давай посмотрим. Здесь какие-то вагонетки, это слишком сложно, это слишком дорого, это тоже дорого, а вот это уже попроще. Но я предлагаю, давай для начала мы с тобой сейчас пойдем и проверим вообще, что это за комната у нас там построилась. Райм, я хочу тебе сказать еще, перед тем, как мы посмотрим, что там за комната построилась. У меня есть материалы для одной комнаты специфичные, чтобы тебе, так сказать, немножко интриги подержать. А вот, посмотрим сначала ту комнату, а потом вот эту откроем, потому что у меня есть и вагонетка, и удочка, и золото. Дуб можно добыть где угодно. Отлично, ну что ж, тогда давай. Вот она, это наша комната. Так, наконец-таки она открылась, и мы сейчас это увидим. Что? Это все? Да. Ну это ж ты открыл комнату, а что построил ты-то тут? А, точно. О, нифига себе! Ты взгляни на это! Я сделал ферму! Отлично, здесь пока пусто. Она же должна как-то работать автоматизированно. Вот наблюдатели, то есть вырастет, оно потом толканет его, и у тебя да. В сундуках будут шмотки. Это круто, это очень и очень круто. Так, слушай, мне уже это дело все нравится. Пойдем активируем вот эту комнату, которую ты мне рассказывал. Ну, был бы у тебя бункер, конечно, тогда, когда солнце начало печь, тогда вообще было офигенно. Тут все есть. Даже аквариум. Да? Моя любимая комната, кстати. Пойди добудь дубу, а я буду тебя ждать здесь. Окей. Чертовы скелеты, идите в жопу. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Я бегу. Здравствуйте, скелеты. Как поживаете? Классно выглядите. Так, ладно. Градус, я принес все то, что тебе надо. Держи. Ты меня скинул. Все хорошо. Сейчас мы делаем. Так, я пока что посмотрю, что тут еще можно сделать. Кстати, вот это супер простой крафт. Вот это ведро у нас есть, земля у нас есть, цветочек и пшеничка. Слушай, Градус, я предлагаю тебе сходить пока что за этими ингредиентами. Если что, железо у меня есть, целых 15 штук, держи, а я пойду открою эту комнату. Ну на, держи, попробуй открыть ее. Так, отличненько, держи вот это вот. Золото отдай. Ни хрена у тебя там золото. Это мое, мои запасы, все, не дам. Так, подожди, а дуб? Вот тебе дуб, все, у тебя все есть, я там разберусь. Окей. Слушай, Градус, я тебе скинул лишнее железо, надеюсь, ты мне его вернешь. Отличненько у меня получилось, Градус, ты что, еще не ушел? Все, я пошел, я запоминал рецепт, ты знаешь, как это сложно. Так, и получается вот сюда, отлично, пойдемте, ребятки, скорее посмотрим, что у нас получилось. Так, мы уже здесь, и нам надо спускаться вниз. Ух ты, нифига себе, это что такое? А сюда можно? Я могу на ней ездить, охренеть. Капец, так, ладно, оставим это пока что до прихода Градуса. Я же, блин, водить почти не умею. Вот так все, не трогаем, еще поцарапаю. Так, велосипеды, всякие машины, квадроциклы, это же просто для зомби-апокалипсиса самое идеальное, что можно придумать. Так, тут потихонечку все растет, а дальше мы еще ничего не открыли. Но ладно, там, надеюсь, Градус уже вернулся, потому что крафт действительно супер легкий. Сейчас пойдем и проверим это. Так, Крайм, я возвращаюсь. Это реально был легчайший крафт, поэтому как бы ингредиенты держи. Так, да, отличненько. А мое железо ты верни, пожалуйста.
тоже, пожалуйста, да? А почему 7 штук, а где остальное? Ладно, забрал себе. Давай, с процентами тебе отдам. О, неплохо, 26 штук. Надо было сразу это на тебя наехать. Так, опа. Наедешь на меня еще раз, я выгоню тебя со своего бункера. Ну ладно, бабабуй. 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 Любой наш спор заканчивается именно так. Ладненько. Обожаю Райма. Вот так и вот так, да. Seed and Flower Room. О, цветочная комната, это должно быть что-то крутое. Проходят дни, недели, годы, но вечно только лишь одно. Загадочная история и природа про короля ночных легенд. Так, давай без спойлеров к своему вот этому сериалу про вампиров. Это, конечно, все замечательно. Да, но все лучше. Готовится, ребята, все готово. 20 тысяч лайков под этим видосом, и я выпускаю вампиров завтра. О, ребята, это отличная новость, так что ставим лайки и только попробуй обмануть. Я вас обманул, там очень много всего готовится, вы лайки ставьте, но там очень классно. Знаешь, сейчас только что поставили не 20 тысяч, а 40 тысяч лайков, а после твоих вот этих слов взяли и убрали их, вот и все. Нет, вампиры будут. А, кстати, Райм, я забыл тебе сказать, у меня же бонусный для тебя рецепт, я тебе подготовил его только потому, что мне очень нравится эта комната. Слушай, градус мне очень... Вот. Ага. Ну давай мы ее чуть позже активируем, пока же, хотя знаешь, что можешь ее активировать, держи тебе железо. А, ну и ты как раз посмотришь, я прям при тебе ее активирую. Да, а я пока что пойду посмотрю, что там за цветочный такой этот самый бункер. Кстати, мне вот эта вот часть с машинами очень понравилась, она безумно крутая. Так, тут, о, железные ботинки, это я возьму, пожалуй, сейчас себе вот так вот. Железо тут еще, значит, есть, топор и... О, нифига себе, тут действительно есть лут. Оу, нормальная тачка, Райм, я поехал. Да, ты что, меня переехал? Я думал, я водить не умею. Так, слезь, градус. А как? А, go up. Это кнопочка, чтобы отправиться наверх гаража в какой-нибудь из тачек. А, неплохо. Слушай, сделаем это в конце серии. Я пока что хочу посмотреть, что мы там прокачали. Так, кажется, здесь у нас цветочная. О, это нифига. Да, здесь можно сажать цветочки. Блин, очень ламповая комнатка. Здесь можно сидеть и читать. Так, а что там за секретное вот это вот твое бонусное что-то там? Подожди, я медитирую. Так, хватит медитировать, пойдем показывай. Ладно. Короче, находится она просто уровнем ниже. А как туда попасть? По ступенькам, дурачок. И на квадроцикле. Да, кто еще здесь дурачок? Ну да. Так, ну-ка посмотрим. И здесь... О, офигеть! А, собаки! Я люблю собак! А, или это кошки или собаки? Нет, это собачка. Вот это конкретно кошка. Это кошка. Вот это собака. Уля, какой Мухтар. Блин, очень крутая комнатка. Ты можешь приручить ее прямо сейчас. Да, я хочу приручить. Я хочу приручить вот этого Мухтара. Так, держи косточку. Кошки приручаются, кажется, клубочками. Держи. Так, подожди. А мясо, ну-ка ешь. Мясо собаки. Не, мне нужна... У меня аллергия на кошек, градус. Я не смогу ее приручить. Мне нужна собачка. Точно, у тебя же аллергия на кошек только в Майнкрафте. Ну и в реальной жизни. А чё он не ест? Давай приручайся, собака. Вот конкретно эту собаку нужно не этим, а свистком и ошейником. Ошейник, кажется. А, свисток это для... Нет, там еще хомячок должен быть. Капец, ладненько, разберемся с этим чуть позже. Кстати, так давай, приручи себе собаки, прям сейчас вот возьми. Возьми этот. Есть, его надо поддрессировать. Ну ладно, сейчас мы это сделаем. Так. Опа, держи ошейник. Да, и свисточек. О, нифига себе, ты видел это? Классные собаки. Дэнс, он танцует. А, ты даже так можешь? Да. Блин, ребят, за песика можно и поставить лайк. Кстати, напишите в комментариях, как лучше мне его назвать. И, кстати, кто у вас, кошечка или собачка? Ну или же попугай. Мотоцикл! Это не животное, градус. Ладно, я предлагаю на этом заканчивать серию. Хоть мы еще открыли самую малость из всего того, что здесь есть в этом бункере. О, песик бегает за мной. Ну-ка сидеть. Молодец, хороший мальчик. Если вы хотели продолжение, набираем 20 тысяч лайков. А с вами был я, Райм и Градус. Не забывайте про мой дискорд-сервер, который находится в описании. Всем удачи и всем пока-пока. Буль-буль-буль, карасики, у Райма в тазике. Буль-б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 уль. В следующей серии мы откроем аквапарк.